Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим десерт без выпечки за 5 минут. Получается такой десерт очень красивый, вкусный и прекрасно украсит ваш праздничный стол. Для начала 200 грамм печенья поломаем на небольшие кусочки. Затем в чашу блендера перекладываем печенье, добавляем 1 чайную ложечку несладкого какао и на миксере перебиваем в крошку. Далее в емкость наливаю сливки 30% жирности и взбиваю миксером до мягких пиков. К сливкам добавляю 70 грамм сахарной пудры. Сахар можно регулировать по вкусу. И 500 грамм сыра маскарпоне. Маскарпоне можно заменить сливочно-творожным сыром типа Филадельфия. И продолжаю взбивать еще 2-3 минуты до загустения. Затем разделим визуально крем на две части. И одну часть крема переложим в другую емкость. И в эту часть крема положим 2-3 столовые ложки нутеллы. И перемешаем миксером до однородности. В итоге у нас получилось 2 крема, белый и шоколадный с нутеллой. И оба крема перекладываем в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, то воспользуйтесь обычным пакетиком. Который у нас без шоколада, тоже перекладываем в кондитерский мешок. Желательно с насадкой. Я буду использовать вот такую насадку. Таким образом, десерт у нас получится еще праздничнее и красивее. И пока убираем оба крема в холодильник. Также для начинки нам понадобятся конфетки Ferrero Rocher. Если у вас нет таких конфет, то можно воспользоваться шоколадными конфетами и раздробленным фундуком. Конфеты мелко нарублю ножиком. Собираем наш десерт, подготавливаем формочки. Для этого подойдут стаканы, бокалы, креманки. Или вот такие формочки у меня остаются из-под йогурта. Я рекомендую использовать не слишком большие бокалы или стаканы. Такие, чтобы вмещалось 150-200 мл максимум. Собираем наш десерт. Первым слоем выкладываем печенье. Немного его утрамбовываем. Сверху выкладываем крем без нутеллы. Следующий слой – раздробленные конфеты. Следующим слоем выкладываем крем с нутеллой. И украшаем конфетками Ferrero Rocher. То же самое проделываю со всеми остальными порционными формочками. Первым слоем выкладываем печенье. Немного утрамбовываем. Выкладываем светлый крем. Затем порубленные конфеты Ferrero Rocher. И крем с нутеллой. Из данного количества продуктов у меня получилось 7 вот таких маленьких формочек по 150 грамм. И 2 вот такие большие, примерно по 200-250 грамм. Убираем десерт в холодильник для стабилизации на 1-2 часа. Но в принципе такой десерт можно подавать также и сразу. Он очень хорошо держит форму. Десерт получается очень вкусный, красивый, праздничный. Готовится буквально за 5 минут из доступных продуктов. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех поздравляю с наступающими праздниками, всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.